далеком 99 году вышел мой альбом «Ковбой с Индей». К сожалению, сейчас ни одного из моих друзей, из группы «Tomcat» здесь сейчас в зале нет, к сожалению, к большому. Если они будут смотреть вот какие-то видосы, там, которые будут выложены, потом пусть они знают, что ехали где-то. На краю земли. С вами был Николай Коршунов.